Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу снять для вас распаковку модели Zoppo ZP990. Новая флагманская модель от данного производителя. Получили буквально сегодня и хочу максимально быстро показать вам, что это за модель, что она из себя представляет. Поставляется она вот такой вот коробке. Немножко обновили они дизайн своих коробочек. Снизу вот технические характеристики данной модели. А мы посмотрим с вами комплектацию данного образца. Значит, в комплекте у нас поставляется, собственно, сам смартфон, обязательно один аккумулятор, сейчас покажу вам, 3000-й он. В комплекте есть у нас вот такой вот чехол-книжка, очень интересный, в принципе, с отверстием под время на смартфоне, сзади такой вот пластиковое такое покрытие, на котором практически не остается отпечатки пальцев, они якобы остаются, но потом сразу же пропадают. Очень интересное такой материал, покрытие, мне нравится. Также есть обязательно у нас пленка, оригинальная пленка, гарнитура, ну и собственно зарядка с USB кабелем, которую я использую для зарядки данного смартфона в данный момент. Значит, сам смартфон. Смартфон у нас имеет 6 дюймов дисплей. Чтобы посмотреть на всю прелесть данного экрана, я сниму вот эту вот залапанную пленку, чтобы вы могли видеть всю красоту данной модели. Значит, спереди у нас идет 3 сенсорных кнопочки, скорее всего, вот так вот их примерно чуть-чуть видно. Значит, слева направо у нас кнопка меню, домой и назад. Сверху у нас камера, динамик, датчик освещенности, датчик приближения. Значит, сбоку, с этого бока у нас модель имеет кнопочку включения, сверху разъем под наушники. С этого бока у нас есть качелька громкости. Ну и, собственно, снизу у нас разъем под зарядку и подключение компьютера и микрофон. Сзади у нас крышка имеет такую прорезиненную структуру. Отпечатки пальцев, в принципе, практически не остаются. А если и появляются сразу, то потом практически сразу же исчезают. Оригинальный логотип Zoppo. Камера, вспышка, отверстие под динамик. Давайте посмотрим эту модель под аккумулятором, что там у нас с ним, какой, вот смотрите, какой большой аккумулятор. Аккумулятор у нас на реальных 3000 мАч. Я обязательно сделаю тест, который я проделываю со всеми смартфонами. Уверен, что будет очень классный результат. Модель Zoppo ZP990. Скажу, что модель имеет версию 32 гигабайта встроенных и 1 гигабайт оперативной. Имеет смартфон две симки, одна стандартная, одна микросим и обязательно слот под microSD карточку. И напоследок хочу сказать, что модель имеет дизайн как увеличенная копия Samsung S4. То есть он имеет практически все такие же вот эти вот рамки. Это не металлическая рамка, потому что я уверен, это аналогичное, такое как просто покрашенное, оно сделано вид, что это как типа под металл. Ну а так, собственно, модель очень пока нравится, экран шикарный. Чтобы не пропустить всю красоту и яркость этого экрана, обязательно смотрите полный обзор данной модели вот по этой ссылочке. А пока прощаюсь, следите за нашими обновлениями, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго вам!